Иван Федотов родился на свет без уха. Бабушка двухлетнего мальчика рассказывает, чтобы вернуть ребенку полноценный слух, требуется дорогостоящая операция. Чтобы он был полноценный член общества, наравне со всеми учился, слышал наравне со всеми. Это мечта, конечно, наша, вот как только мы узнали о диагнозе. История Ивана вдохновила самарских волонтеров. Они решили устроить благотворительную акцию «Время жить». Самарские музыканты и танцоры подготовили концертную программу. Активисты устроили мастер-классы по рукоделию. Собранные средства направят на операцию. У меня просто такое чувство прям уже наполненности. То есть это еще не случилось, но уже наполненность. Что да, мы на финишной прямой, мы все-таки собрали огромное количество народу, выступающих, волонтеров, таких же, как мы, спонсоров. И к нам еще приходят, и вот мы сделали это. Мы уже сделали это, и это очень здорово. Это очень круто, я бы сказала. Это здорово, потому что на самом деле за время подготовки я встретила большое количество людей, как я говорю, щедрых. Мы общались уже с благотворительным фондом, и я говорила, что у меня есть идея устраивать хотя бы раз в полгода подобные мероприятия. Следующее мне бы хотелось устроить перед Днем защиты детей. В организации фестиваля «Время жить» приняли участие телеканал «Самара ГИС» и благотворительный фонд «Евита». В жизни нашего фонда это первый фестиваль. Он организован полностью силами волонтеров. Дети поддерживают нашего ребенка. У меня такое ощущение, что вся Самара объединилась для того, чтобы помочь Ванечке обрести здоровье. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.